Уже на итоговом собрании жители села Старая Мушта становится понятна их активность. В клубе, где проходила встреча, не было свободных мест. Сельчане выбирают проект, который хотят реализовать в рамках ППМИ-2023. На территории села Старая Мушта имеется два кладбища. Кладбища ограждены сеткой рабицы, и такое ограждение не является надежным и долговременным. Проблему ограждения мы в прошлом году уже поднимали, но из-за некоторых сложностей не смогли участвовать в программе ППМИ. Надеемся, что в этом году победим в конкурсе, и у нас будет новое ограждение на кладбище. В целях сохранности и увековечения вышеуказанного объекта необходимо произвести благоустройство кладбища, в том числе и замену ограждения на более прочное и долговременное. К тому же на кладбище имеются могилы ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, села. Этот вопрос имеет непосредственное отношение и к нравственному воспитанию молодого поколения. В общем, это особая миссия живущих людей – чтить память умерших и погибших. Жители сельского поселения принимают участие в программе поддержки местных инициатив с 2016 года. За это время были реализованы проекты по замене окон и дверей в двух школах. Проведен ремонт дорог в одном из сел. Заменена крыша и окна в клубе села Новый Индзигит и другое. 7 проектов мы успешно, очень хорошо реализовали. Очень много сделали во всех почти во всех населенных пунктах. В некоторых уже по 2 проекта, по 3 проекта прошло. И надеемся, что в этом году у нас проект замены ограждения кладбища села Старая Мушта будет успешно, пройдет все этапы конкурса, мы победим и сделаем то, что наметили, свое дело, то есть заменим ограждение нашего кладбища. Кладбищ у нас 2, поэтому на этом мы в планах у нас в будущее и ограждение следующего. Основа всей программы – это инициатива жителей. А мы уже со своей стороны все для этого сделаем, приложим все усилия. В ходе собрания представитель централизованной бухгалтерии администрации Краснокамского района Анна Чикурова рассказала, какие суммы удалось привлечь в район за годы участия в ППМИ и какие проекты реализовать. Жители выбрали инициативную группу, определили суммы проекта и софинансирование, и на что потратить средства в случае возникшей экономии в ходе участия в программе.